Так, в процессе работы я заметила, что у меня есть треснувший ноготочек, вот краешек. Поэтому я решила его сразу вместе с вами отреставрировать при помощи чайного пакетика. Вырезаем небольшой кусочек пакетика. Пусть будет он чуть больше, чем трещина на пальчике. Значит, все той же буду пользоваться базой Коди. Наносим наш праймер на пальчик, на ноготочек. Вот здесь у нас трещина. Следующий шаг, я нанесу базу. Тоненьким слоем. Так как у меня длина ногтя небольшая, я думаю, что реставрация поможет, чтобы не обрезать весь ноготочек под самый корень. Итак, берем наш кусочек пакетика и накладываем на нашу трещинку, заходя на сам ноготь. Нужно, чтобы чайный пакетик пропитался хорошо. Базой для лучшего сцепления. Так, отправляю сушиться в лампу. Посушу чуть дольше, чем обычно. Так, ноготочек наш просох. Я нанесу еще один тонкий слой базы. Выравнивающий слой на весь ноготочек. Толщину лишнюю мы потом уберем. Пилочкой запилим. Так, нанесла. Теперь отправляю еще раз просушиться. Наш ноготочек просох. Теперь нам осталось убрать лишнюю длину, ненужную, нашего пакетика. Сейчас я подрежу чуть-чуть ножничками. Вот, и теперь подпилю. И сверху я пройдусь бафиком, чтобы немножечко сравнять
если где-то остались зазубринки. Так, убираем пыль. Наш ноготочек отремонтирован. Всем спасибо за внимание. Спасибо за то, что вы со мной. Ссылочки на товары, которые я использую в своих видео, я буду оставлять в описании. Заглядывайте. Если я вам сегодня была полезна, ставим пальчики вверх. Я желаю вам всего доброго. До свидания, дорогие друзья!